Там наверху не очень хорошо все заперто. Надо найти кого-нибудь, у кого есть доступ к сканеру и кто поможет нам открыть входную дверь. Уверен, что в некоторых лабораториях еще прячутся ученые. Может быть, найдем их, и они помогут нам выйти наружу. Побежали! Как же мне хочется выжить и при этом не остаться коллегой!
Кровопотеря. Энергия восстановлена до 10%. Восстановлена до 20%. Энергия восстановлена до 25%.
Что это? Оружие? Положи на место, это ведь опытный образец. Я не пользуюсь. Эта штуковина непредсказуема. Нельзя, чтобы она перезарядилась. Что это значит? Слава богу, ученый. Выведи нас скорее отсюда, пока не обнаружили, где мы находимся. У нас у всех есть доступ, поэтому мы можем выбраться из лаборатории. Ты должен сначала отключить элемент. Я что-то слышу. Thank you.
заводи. С моими мозгами и твоими доспехами получится отличная команда. Ты теперь думаешь, что территория Хаос — это ерунда? Ошибка в этом значении совершенно невероятна. Хорошо, я выпущу тебя, но предупреждаю. Снаружи хуже, чем в аду. Там все находится под контролем военных. Тебе придется биться за каждый шаг. Не думаю, что тебе удастся пройти и пары шагов, но даже если ты выживешь и чудом проберешься на другую сторону базы, тебя все равно убьют около укрытия ученых. Я и сам бы пошел туда, но я не камикадзе. Я и шагу больше не сделаю. Ты только взгляни на эти заметные отметки. Нет, нет, нет.
восстановлена до 10%. Восстановлена до энергии. Восстановлена до 30%.